Предварительными работами по исследованию керна и нефти Казанский федеральный познакомил топливно-энергетическую компанию «РИТЭК». Учеными КФУ было выяснено, что нефть после термогазового воздействия по сравнению с нефтью, добытой в естественном режиме, имеет более высокое содержание кислорода и ароматических углеводородов. Это исследование поможет ответить на вопрос, как и куда распространяется фронт горения. Ведь именно от этого зависит дальнейшая эффективность бурения добывающих скважин. Как признался директор компании «РИТЭК» Николай Николаев, оценить масштабы процесса термогазового воздействия на добычу нефти могут не все, и Казанский федеральный в этом уже преуспел. После рассмотрения проделанной работы Казанского федерального было решено, в дальнейшем пройдет изучение добываемой после термогазового воздействия нефти на уникальном оборудовании КФУ и проведение полевых исследований для установления местоположения фронта горения. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.